Детвора рождается в воде. Вот так. Много вопросов, как лиса к воде относится. Яша-то особо не любит мыться. Дуся спокойно к помылкам относится. Дожди прошло, воды во дворе хватает, но в тазу начали порождаться. Не лисы, а обезьяны. Обезьяны натуральные. Многие спрашивают, на кого больше похож, на котов или на собак. Своеобразное животное. Ну, больше чем-то напоминают. Это помесь крокодила с обезьяной, честное слово. Покусаться и подуреть, как обезьяна. Побаловаться. В тазике в этом борздуются уже полчаса. Да, Дощёна. Яша надоело, пошел, а это все отойдет и подходит, отойдет и подходит. Все, побежал.